Душевно, весело, культурно и спортивно. Так организаторы задумали провести резиновый пикник. Он состоялся в это воскресенье на резинотехнике на зеленой лужайке стадиона «Каучук». Резиновый пикник становится традиционным, он проводится уже в пятый раз. На него приходят все желающие, нередко семьями с детьми, чтобы приятно провести время на свежем воздухе. Заняться спортом, запустить воздушного змея, изготовить своими руками различные поделки и просто пообщаться с друзьями. Творческую инициативу молодых и креативных охотно поддержали депутаты муниципалитета Ярославля от этого округа Павел Зарубин и Эдуард Авдалян. Идея понравилась учреждениям культуры и представителям бизнеса. Такие мероприятия объединяют горожан, расширяют кругозор и дарят радость обычного человеческого общения. Здесь есть потрясающий газон, на котором вы можете просто разложить плед и сидеть, и просто любоваться природой вокруг. Вы можете играть в настольные игры, вы можете играть в подвижные игры. Есть библиотека, которая привезла книги, сообщество экологов привезли эко-игры. Но очень важно, чтобы вы узнали, что есть в городе интересного, и смогли присоединиться потом. И важно, чтобы вы взглянули на резинотехнику немножко по-другому. Я думаю, что каждый из нас не поверит, что вот какое-то городское событие, большое событие, на которое приезжают люди из других районов, может происходить на резинотехнике. А вот мы думаем, что здорово приехать сюда и открыть вот этот очень красивый уголок Ярославля.